Ассаламу алейкум. Находимся снова в Касымкенте, на центральной площади. Сейчас у нас поездка планируется на горное озеро. Мы на всякий случай взяли лодку, удочки. А здесь, брат, что скажешь? Ты знаешь, ты был там в этом месте, куда мы едем? Нет. Нет, ну сейчас увидишь, короче. Короче, ребята, едем вот за этой машиной. Дорога, как видите, узкая. Я так предлагаю этому человеку просто взять его, обогнать. На этом гелике катается. Надо обогнать просто машину и все. Вон, видишь, карман есть. Вот там можно и обогнать машину эту. Вон они, видишь? Наверху. Они уже поднялись наверх. Так, как видите, уважаемые господа, леди и джентльмены, вот этот загар заправился. Трактор у нас. Ребята, видите, он человек завел машину, прям с полоборота, можно сказать. Я потихоньку набираю уже опыта. Вот, вот, вот. Это не то, что ему Volkswagen, это чисто зверь. Касымкентский зверь. Гелик, да? Да. Во, давай, давай, топи, топи. Опа, все, пошла. У тебя дверь открыта здесь. Надо, чтобы оператор не вылетел. Ничего страшного. Вот они, видите, догнали все-таки. Подъезжаем, друзья, к селу Ковцу. Какой село? Село Ковцу. Ковцу. Лимонтайский район. Вот такие виды здесь. Хорошие. Вот видите, уважаемые подписчики, как говорится, подъехали к родниковой воде. Вот здесь находится родниковая вода. Они как раз должны собрать воду.
И что, вы втроем сели, а нас оставили, да? Спасибо, Сара. Четко. Смотри. Ого-го, что там творится внизу? Это просто страшная картина. И красивая, и страшная картина. Друзья, у нас есть такие места. Сейчас постепенно подъезжаем к селу Сарак. Лиственные леса. Есть хорошие леса у нас, дубовые, рощи. А что ж ты перед этим поставил? Так, здесь типа аккуратно на первую сделай. Село Сарак, друзья. Горное село в Курахском районе. Доехали вот мы до села Сарак. Вот на таком месте расположено село Сарак. По рации местоположение скинуть сможешь, Азиз? Да, я скинул. Уже кусок озера видно отсюда. А вот и село Ругун, друзья, наверху.
Вот, друзья, село Ругун. Такие вот здесь луга, поля красивые. А вот там вот в долине находится озеро. Давайте подъедем поближе. Там остановимся. Рыбалка запрещена. Штраф 5000. Вот такое озеро, друзья. Такое место прекрасное. Сейчас пойду потихоньку помогу ребятам. Сделать надо костер. Приготовить что-нибудь вкусное. Тут уже, друзья, процесс пошел. Сейчас будет двигаться вот такой серьезный процесс варки мяса. На удочку кинем сейчас. Запросим на всякий случай одну удочку заодно. Узнаем, пошла рыба или нет еще. Сейчас с помощью этого GPS навигатора Garmin узнаем, какая здесь высота над уровнем моря. Там, друзья, полным ходом идет подготовка, суета. Костер, даже вот самовар, короче, этот завели там. Если я туда сяду, он, наверное, перевернется. Не, никуда он не денется. Ну, рыбаку говорю, да, значит, берег быстро перескочить. Да, конечно, берег. Ну, вот, уже. Скоро выйдем на воду. Тут тоже свой процесс двигается. Тут, короче, тоже радио разговаривает стабильно. Месяц Рамадан. Как раз про месяц Рамадан. При поддержке администрации города Дербент. 16 апреля. Один, подними так крышку, брат, по-братски. Запечатлю там, что происходит. 2023. Шоу Фонтана на
едем туда. Тут вот такая тема происходит, друзья. Но тем временем я лучше вернусь туда к лодке и попробую покататься. Все, друзья, лодка готова. Осталось корабль спустить в озеро, короче. Слышь, брат, что думаешь? Пару слов сюда, вот скажи, вот что. Я упаду сразу с этой лодки, ты что? Не, я без тебя не хочу на воду уйти. 110 килограмм, он весит 190, куда ты? Вот так вот технично, друзья, оказались мы резко на середине озера Каурка. База осталась, наш лагерь вон там сзади. Вот такие удивительные места, друзья, здесь, в этих местах, на южном, на южной стороне Республики Дагестан. Это Южный Дагестан, та сторона получается Куракский район, сразу же здесь эта сторона получается Кулиманстанский район. Вот. А мы находимся, друзья, сейчас на самой середине озера Каур. Под нами где-то глубина, наверное, метров 6. Может, кто из вас знает, может, напишите в комментариях более точную и подробную информацию, которой мы не владеем. Ну вот, плывем за водой. Взяли канистры, короче, на той стороне озера находится родник. Если он там остался, мы наберем воды, чтобы потом заварить еще чаю. Да и так тоже вода необходима. Сюда плыли. Припарковали здесь. Вообще отлично. Друзья, такой отдых ни с чем не сравнится. Можно и с ночевкой приехать, взять палатки, устроить лагерь где-нибудь. Тем более сейчас лето впереди. Обратно возвращаемся к порту, где припарковали, короче, лодку. Предстоит обратно переплыть. Теперь нам предстоит, короче, друзья, переправа через озеро обратно на другую сторону. Вон рыба уже начинает играть. Солнце практически село, дым выходит с нашего лагеря, значит там все, процесс идет, мясо варится там, нам где-то осталось приплыть еще, доплыть до берега где-то метров 100, да, осталось, 100 есть точно. Переплыли, короче, туда обратно. Пора потихоньку уже готовиться поесть. Вот такой вот бомбический процесс здесь. Поджарка из лука, морковки. Здесь твои впечатления на озере Каур. Ты еще фирменное блюдо не поел. Это будет вообще бомба. Друзья, здесь невозможно описать вкус этого блюда фирменного, который готовит здесь наш брат. Обувь тоже здесь сушится, потому что когда
На лодке переплывали на ту сторону, обувь промокла. Дощечку подвинь сюда, чтобы... Такое блюдо повтор не бывает, это можно только здесь готовить на месте. Кто до 10 тысяч лайков поднимет, тому такой нож в подарок. Ты подаришь, да, брат? Конечно. Вот он и пойдет. Лично Азиз, брат, подарит вот этот нож тому, кто вот приготовит такое блюдо. Абдул-Азиз дарит вот этот вот нож. Покажи просто нож, как он выглядит. Нож, американский нож, да. Бомбовый нож. Космический нож, короче. Каждому вот такую порцию, короче, друзья. Домашний сыр, все домашнее, короче, здесь. О, давай. Все, поджарка, чеснок, зелень, все, короче, полетело в казан. Все где-то катраны. Все, больше не трогайте, ребята. Ожидаем. Бомба. Все бомба. Ну что, Азиз? Дегустацию сделал, да? Чувство. Чет как? Я сделал. Что тут у нас? Тут у нас вот спутники пойманы. Координаты вот такие. Южный Дагестан. Тысяча 93 метра над. Чмехи. Садж. Друзья, банан в шоколаде прямо на костре. Все, друзья, наше путешествие на этом завершается. Мы трогаемся в путь. Подписывайтесь на канал, впереди много еще меня других локаций. Меня не забудьте, локаций. Пожалуйста, я тоже здесь. Абдул-Азиз тоже здесь с нами. Тебя по рации вызывает уже кто-то. Абдул-Азиз. По какой дороге? Проедем и наверх на прямо там подъем. 415, я понял, 215. Принял. В правую сторону обрыв лучше не смотреть, хотя там темнота, но все равно не смотреть. Вот это вот жуткое место.
карта у нас односторонний мост. Визитная карточка села Кафункент.